ja sam Zlatana Petrović, profesor ruskog jezika u osnovnoj školi Razbojna. Danas smo došli u Brus, pozvani smo na festival ruskog dečijeg filma i došli smo zajedno sa učenicima koji slušaju ruski jezik. Ovde su đaci ne samo iz osnovne škole Razbojna, nego i đaci područnih odeljenja, dakle iz sela Žunje, Ravni, Bogiše, Dupci, Strojnci i ostali. Ну что ж, а сейчас мы переходим к тому, чтобы смотреть российское детское кино. Вперед! Сада Чарония русского детского фильма. Извольте. Я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Я думаю, будет правильно. Вот мы не только даем концерты, показываем фильмы, мы и серьезно разговариваем на тему дружбы наших народов. И самое правильное, вот самый правильный путь к укреплению этой дружбы – это искать нечто общее. Но есть еще более правильное слово – искать родное между нами. И мислим, да е исправно, да. Kada tražimo put prema našem prijateljstvu, trebamo da nađemo nešto zajedničko, nešto što nas spaja, nešto srodno među nama. Поэтому я от себя низко кланяюсь ребятам, которые выступали после меня. Это передо мной, это очень большая честь на сцене стоять с настоящими мастерами духовного искусства. Zato ja se nisko klanjam deci koja je malo pre nastupala ovde. Velika je čast nastupati zajedno sa takvim majstorima duvačkih instrumenta. A samo je glavno što muzika, ona že ne ima jezika. Muzika, ona može letjeti po svemu miru i biti понятно всем, поэтому я считаю, что наши большие сердца обязательно должны соединиться в этом зале и на вашей земле. Музыка не има язык, музыка е разумлива свима. Она лети кроз мир, она спая наше сердце. И я се надам, да наше велика сердце биће заправо спојена у овој сали.